мы поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли.
Разрешите представить почетных гостей нашего турнира. На нашем турнире присутствует летчик-космонавт, герой Российской Федерации, скрипочка Олег Иванович. Заслуженный тренер России, мастер спорта и сцена Красного дзюдо, президент Всероссийской Федерации Русского боевого искусства, Ритинский Александр Иванович. Уполномоченный представитель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск, Союз десантников России и Ярославской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, Пугачев Андрей Владимирович. Заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов боевого братства, отделение города Королев, Кузнецов Владимир Валерьевич. Вице-президент Федерации Русского боевого искусства, мастер спорта по самбо и дзюдо Столяников Вячеслав Алексеевич. Разрешите предоставить слово нашему почетному гостю. Наш турнир, еще раз напомню, посвящен Дню космонавтики, герою России, летчику космонавту Скрипочке Олегу Ивановичу. Вашей жизненной позиции служения Отечеству. Спасибо.
есть все, чтобы заниматься, чтобы награждать кого-то. Но вы достойный человек нашего времени. Спасибо вам. Также разрешите зачитать благодарственное письмо руководителю, вообще организатору этого мероприятия, руководителю спортивного клуба имени Сергея Павловича Королева, Дубровскому Максиму Владимировичу, за активную жизненную позицию, благодарный труд, деле пропаганды здорового образа жизни и развития русского государства российской системы самозащиты. Спасибо. Служу!
Благодать, над нами благодать.